Всем привет, с вами как обычно Димао, и как и обещал, сегодня выпускаю видосик, где у меня будут только иконы, только кумиры. И вот, на основе прямо сейчас я открываю один пакетик, вот таких вот топчиков засовываю сюда. Открыла уже парочку икон, признаюсь честно, это будет все озвучено сверху, но вот решил начать видос именно так. Сейчас вживую вы видите реакцию на икону, которая не выпадет. В принципе, очень много годных икон, и также в этом году добавилось еще с десяток, наверное, карточек, которые особо не нужны будут. Хотелось бы, конечно, сейчас, именно сейчас увидеть флаги Франции или флаги Бразилии. О них, я думаю, больше всего. Ну давайте, давайте, потираю руки я и смотрим, что здесь будет. Также не откажусь от Эйсебио какого-нибудь. Ну и... Так, флаги Уэльс, это что это? Это Гиггс! О, боже мой! Это Райан Гиггс, но, кстати, по пейсу это самая лучшая его карточка. Да, но это, блин, хреновенько, конечно. Райан Гиггс, окей. Удары 78, иконы. Ну, чё-то как-то не очень впечатлило. Сколько он стоит, интересно? 300, даже меньше. Посмотрите, сколько он стоит. Он стоит в два раза дешевле, чем сама сборка на икону. Фигово, конечно, но ладно, сохраняем Гиггса и переходим к следующему паку, к следующему игроку, посмотрим, что там будет. Итак, парни, готов. Второй обменничек уже. Второй обменник на кумира. После Райана Гиггса, если честно, не знаю, чего ожидать сейчас от него. Хотелось бы в основку здесь поймать какую-нибудь карточку топовую. Вот такая вот основа. Продал Нголо Канте для того, чтобы собрать этот космический пак. Ну, надеюсь, что либо кто-то в центр выпадет, либо кто-то еще более крутой. Разминать. Так, вот, пожалуйста. ЛЧ-шная карточка в таком слабеньком паке, да, где один редкий игрок. Это Пулишич. Нормально, ЛЧ-шная карточка Пулишича. Здорово, здорово. Это створочки. И переходим к иконе сейчас. Смотрим Пулишич и Гарсия здесь из Пачуки. Так. Камон, дайте, пожалуйста, кого-нибудь в основку. Жду не дождусь. На этом аккаунте очень нужен игрок. Даже не так, как на основе. Вот здесь прям очень-очень хотелось бы поймать топа. Смотрим. Франция, отлично. Бляха-муха, это самая худшая карточка просто, по-моему, вообще во всем мире. ПП и Макелле, ну это просто отвратно. 85 рейтинг и позиция ПП, и... У меня нет слов. У меня нет слов. Издевательство какое-то, если честно. Ладно, сохраняем Макелле в клуб. Это провал, конечно, из провалов. Самый провальный провал. И вот еще одну икону я собрал. И это уже вторая икона будет на моей основе. И сейчас увидите, какой топчик мне здесь выпал. Снимаю сверху, потому что записывал в лайв. Поэтому живой реакции сейчас не увидите. Но узнаете, какая карточка мне упала. Все-таки третий заход, я думаю, должно повезти. Это, кстати, самая первая икона по счету, которая была у меня. Ну вот, смотрим. Итак. Флаг Германии, ребятки. Флаг Германии, ЦЗ. Это уже не очень хорошо. И это у нас Матеус. Матеус и его карточка на позиции ЦЗ. Кстати, Матеус на самом деле очень жесткий игрок. И, в принципе, уже парочку мыслей возникло сразу, как его засунуть в состав. Защита 90, скорость, удары, короче, все на уровне. Дриппинг чуть-чуть слабоват, но для опорника или ЦПшника, по-моему, это вообще не проблема. 174 сантиметра, хай-хай, атака, защита. И, в принципе, статы можете увидеть сами. Перехват 96, чтение в защите 89. Удары просто потрясающие. И, в принципе, я доволен этим пиком. Карточка стоит около 800 кусков. И, как бы, черная пятница, ребятки, решил побаловать себя некоторыми СБЧшками. И 81 плюс гарантию сделал Ла Лиги и Лиги 1. И вот он, первый заход на Ла Лигу. Кассорла сразу выпадает. Топово, ребят, топово. Лига 1. Лига 1. И здесь, как видите, тоже без створочек. Замечательно. Подумал я и решил сделать еще парочку обменник. Вновь Лига 1 и Ла Лига по одной штуке. Смотрим.
Вновь. Круто. Вновь, без створочек, даже 81 плюс делаю второй раз. Нету. Нету 83-го даже рейтинга. Ла Лига. Четвертый обменник 81 плюс. И смотрим, что здесь будет. Нету створок, нет волкаутов. Но я не отчаивался и решил собрать гарантию Team of the Week игрока. Все-таки надо ставить было красивую точку и смотрим, что же EA подкинуло в этом паке, какую щедрость стоило здесь ожидать. Нет волкаута, но флаги Франции, ребят. И увидите, какой бестиар мне достался. Это ПП с рейтингом 77. Черная пятница, ребят. Всем спасибо за просмотр. Удачи. Надеюсь, вам повезет куда больше, чем мне пока.